Здравствуйте, мои дорогие козероги и козерожки. Этот прогноз для вас на апрель месяц. Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, зрители моего канала. Спасибо всем, кто может и хочет и ставит лайки, оставляет комментарии и обратную связь. Благодарю за обратную связь и за подписку, конечно же. А сейчас, козероги, козерожки, апрель месяц, посмотрим, что для вас Таро, общий прогноз для вас, что карты Таро вместе со мной посоветуют нашим козерогам. Окончание какого-то замечательного периода, празднование чего-то возможно в этом месяце, у вас какой-то семейный праздник, когда есть достаток, есть что отпраздновать, веселье. Что-то хороший, какой-то вот такой семейный праздник возможен у козерогов в апреле месяце. Что-то празднование. Так, первая карта для наших козерогов. Девяточка. Только что светилась десяточка, это девяточка предшествующая. Да, вы будете довольны собой, исполнится какое-то ваше желание. Очень такой, может быть, даже эмоциональном плане. И вы будете довольны собой, и придет время себя побаловать. Что-то купить, куда-то поехать, устроить себе какой-то праздник. Ну, в общем, побалуйте себя, козероги, вы это заслужили. Так, мало времени, ладно. Карта «Верховная жрица» говорит о том, что... Возможно, кто-то что-то от вас скрывает, что-то от вас скрывается. Поэтому будьте внимательны. Что-то вы не видите, что-то не замечаете, кто-то что-то недоговаривает, скрывает от вас, утаивает. Присмотритесь. Ну и, конечно же, доверяйте своей интуиции. Она вас не подведет. Еще карта из этой колоды. Замечательно, тоже окончание какого-то периода хорошего, семейная карта, празднование, праздник, финансовая стабильность, празднование чего-либо в кругу семьи, крепкая, стабильная семья, конечно же, прибыль, хорошая прибыль. И еще луна. У вас, кстати, две карты, указывающие на какое-то скрывание, обман. Вот, пожалуйста, вам луна. Тоже старший аркан. Мы говорили о жрице. Теперь луна. Значит, возможно, какая-то меланхолия в легкой форме, в тяжелой такая совсем депрессия, апатия в легкой, это все такое. И возможен же, конечно, обман, что-то, темная сторона луны, кто-то что-то может скрывать, обманывать, что-то вы, может, не замечаете. Ну, кто-то тут уже именно вот обман. Если жрица это больше как просто промолчать, не сказать, не договорить, то луна здесь уже возможен обман. Сейчас положу еще одну карту, чего касаться может эта луна обман. Старший аркан маг, все побеждает. Замечательно, у вас получится все решить, все разрулить, все контролировать. Ну, обман может, кстати, идти от короля, начальника, еще кого-то, партнера, очень властного человека, знака огня, который любит и умеет все контролировать и манипулировать людьми. Поэтому такое еще может быть. Ну, или я могу сказать, что вам... Чтобы не попасть, так сказать, в обман, чтобы вас не обманули, вам нужно все обязательно, конкретно контролировать самому. Чтобы вот вас никто не обманул. Все проверять, доверяй, но проверяй, все контролировать, все решать, все успевать, наказывать и так далее, или награждать. В общем, вы должны все успевать, водолейчики. Ой, водолейчики, козероги. Так, следующее... Сейчас, секундочку. Следующая колода у нас колода «Колесо года», козероги, для вас.
карта для вас из этой колоды. Первая карта. Суд, старший аркан, начало, за окончание какой-то эпохи, начало другой, более лучшей, более светлой. Возможно, вы в этом месяце, да, начнется что-то новое, новое дело, новые отношения, все что угодно, новый этап вашей жизни какой-то. Может, вы вдруг поймете, как решить ситуацию, если у кого-то есть такая ситуация, которая, может быть, какой-то период времени не разрешается, вы вдруг поймете, как ее решить, и она разрешится. Пришло время ее разрешения. Могут быть крутые перемены по этой карте в лучшую сторону. Прозрение, понимание вас может озарить, как жить, что делать и вообще как, может, вы как-то не так жили до этого. Что-то новое озарить может вас какая-то и все, что хочешь, и идея, и как жить. Следующая карта Козероги, опять старший аркан, звезда. Конечно же, это, видите, я всегда говорю, после суда всегда замечательная карта, но это вообще супер замечательная звезда. Вы дотянетесь до чего, то, чего хотели, исполнится какое-то желание, может быть, мечта. Вы будете сиять, кто на сцене, кто дома, кто на работе, кто в интернете, может быть. Вы будете излучать свет, люди на вас будут смотреть и любоваться, вот так вот. Так что замечательная карта во всех сферах жизни. Видите, вот всегда после суда идет новый этап, какой-то лучший, когда вас может ожидать успех. Новые какие-то начинания, то, к чему вы, вот, может быть, начнется что-то такое, что приведет к вам, вас, к вашей мечте, желаниям вашим исполниться. Опять старший аркан умеренность теперь. Третий аркан подряд с этой колоды. Хорошая карта, карта «Не торопите события», «Все будет, нужно просто иметь терпение». Следите за своим здоровьем, сохраняйте баланс, не злоупотребляйте никакими ресурсами. Да, думайте о своем здоровье, пейте побольше чистой воды. Вот. И главное, сохраняйте такую гармонию, душевную, спокойствие и не торопите события. Еще карта для наших козерогов. Шестерочка мечей – это... уход от конфликтной ситуации. Вот правильно, по умеренности как раз вам не нужно конфликтовать, вам нужно быть спокойным, сохранять баланс. И если появится такая ситуация, то, может быть, у кого-то она уже давно вас мучает, вы переживаете о какой-то ситуации, она вас тянет назад, то не нужно подать какие-то споры, крайности. Нужно уйти от конфликтной ситуации в светлое будущее, в лучшее место. Может означать переезд, уход с одной работы на другую. Переезд, я уже сказала, и у вас будет с чем двигаться дальше, и это всегда тоже уход к лучшему, в лучшее место, в поиске себя, то есть, ну, в лучшее место в любом случае. Пока много старших арканов. Так, следующая карта для наших козерогов и козерожек из другой колоды, третий, на апрель. Так, ну, прям у вас действительно какой серьезный месяц. Сейчас поправлю. Старший аркан смерть. Ну, реально возможны перемены. Только если тоже это то, чему быть, тому не миновать. Может быть, кто-то не хочет что-то отпускать из своей жизни и держится. Но это все равно случится. Нужно, да, для кого-то могут быть перемены болезненные такие, знаете, что уже прямо вот... Может, кто-то не хочет чем-то расставаться, но это тоже только к лучшему. Это мешает вам двигаться дальше, это может быть что-то мешать вам двигаться дальше. Это опять же начало нового периода по этой карте. Конечно же, это преображение, то есть все будет меняться. И естественный конец, то, что я сказала, что в любом случае это должно закончиться. Это даже день, знаете, день, такое время духовного выздоровления, когда все становится ясно и понятно, и эмоционального выздоровления может быть для кого-то. И карта, конечно же, советует избавиться от устаревшего и оставить в прошлом то, что мешает вам, мешало вам жить. Так что, если у кого-то такое будет, не принимайте это все болезненно. Уже вторая карта говорит о начале нового периода и о каких-то переменах и переворотах.
Следующая карта. Опять старший аркан. Ну, реально, очень серьезный месяц может быть. Отшельник. Вот после таких, конечно же, перемен, которые, может, для кого-то и окажутся не очень легкими, неудивительно, что вам нужно побыть наедине с собой, поразмышлять, духовно восстановиться и найти путь, как, куда двигаться дальше. То есть вот такой искать путь, карта самопознания и узнать у себя разумный совет, конечно, это все надо делать в одиночестве. Лучший собеседник сейчас будет в это время, после таких перемен для вас, это будете вы сами. И это, конечно же, будет не время активных встреч, каких-то движений, спокойненько все узнали и прислушайте сердцу своего разума, ой, голосу своего разума и сердца, что они вам говорят. Нужно подождать, порассуждать. Следующая карта, что опять старший аркан, козероги, что-то вы, нет, туз мечей, но очень серьезная тоже такая вот карта интересная. Ну, во-первых, это карта победителя, завоевателя, карта триумфа. Значит, вот смотрите, вот что ему сказать, было плохо что-то, казалось, все пропало, поменялось что-то, перевернулось что-то, ушло из жизни, ну, у каждого может по-своему проиграться. Вы ушли в себя, все это подумали и выходите победителем, козероги. Но я не сомневалась. Это, конечно, туз, который рассекает все сомнения. Вы четко будете знать, что вам делать дальше. Ясно и четко будете осознавать сложившуюся ситуацию. Это, конечно, мощный такой энергетический аркан. Вы будете полны решимости и твердости характера, конечно же, эта карта, то вот примите четкое обдуманное решение, бескомпромиссное, назад дороги нет. Ну, это так я понимаю, бескомпромиссное. Ну, и, конечно, то, что я говорила, карта триумфа, завоевания, карта победителя, может, кто-то будет соревноваться в чем угодно, начиная от выборов и заканчивая соперничество в любви. И следующая карта для наших козерогов и козерожек. Ох, интересный расклад. Неудивительно. Старший аркан. И мы заканчиваем на этом расклад практически. И это императрица. Все будет хорошо. Прям реально, вот сколько сделала прогнозов, это ж козероги у нас уже какие по счету. Ну, не было ни у кого столько старших арканов. И такие реально переломные моменты. Возможно, точно. Императрица, конечно же, эта карта. Плодородие, прибыли, материнство, беременности, естественно, комфорта, любви, гармонии. То есть вот вы будете излучать, вам это понадобится. Вот будет прибыль тоже, деньги тоже будут. Это ж, конечно же, императрица, это прибыль. Все хорошо. Вы будете излучать такое, комфорт должен быть, заниматься, может, будете даже своим комфортом, заниматься, может быть, кто-то будет своим внешним видом, это карта красоты. Поэтому вот, или же встретите рядом такую женщину на пути, которая вот умеет комфорт создавать, которая может поддержать, добрая, такая гармоничная такая личность, сексуальная в том числе. И, конечно же, удача, вознаграждение, дела должны, все должно наладиться, если что-то было плохо. И всегда старайтесь сделать выбор в пользу своего комфорта и удобства. Вот так вот. Ну, осталось выбрать еще карту совет для наших козерогов и козерожек на апрель. Что ж тут у нас? Опять старший аркан. Ну, что я могу сказать? Ну, столько старших арканов еще не попадалось из этого количества карт. Здесь вообще 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Это из 4, 12. Из 14 карт 10 старшие арканы. Это очень много. Месяц очень серьезный. Причем как бы зависящий не от вас, а вот так распорядилась Вселенная, у кого-то может так проиграться. Пришло время, так должно быть. Но еще никого не было столько старшего аркана вообще. Причем каждая из колоды, вот три колоды,
я достала по три старших аркана. И вот заключение. У нас тут была, помните, жрица, луна, мах, суд, звезда, умеренность, смерть, отшельник, императрица. И все такие, знаете, арканы, но не все, которые старшие, такие серьезные. Вот тебе повешенный. Повешенный говорит о том, что, возможно, какая-то, да, ситуация у вас будет подвешена в этом месяце. И чтобы ее решить, нужно что сделать? Посмотреть на вопрос с другой стороны на ситуацию. То есть перевернуть с ног на голову. И еще может говорить эта карта о добровольной жертве. Когда вы, может, чем-то добровольно пожертвуете временем или чем-то, временем, чтобы заработать больше денег. Или, например, деньгами, чтобы выучиться чему-то. Вы поняли меня. Добровольная жертва. Карта советует, конечно же, взгляните на мир с другой стороны. Временное бездействие. То есть временно, у нас тут и отшельник был. И очень важно быть самим собой. Козероги, будьте самим собой в апреле месяце. Очень, думаю, обещает быть так, серьезными переменами, может быть, у кого-то, если проиграется месяц. Но все эти перемены по этому раскладу к лучшему. Желаю вам удачи, всего хорошего. Спасибо за лайки, за комментарии. Приятного просмотра и до встречи на моем канале.